Я приветствую вас, дорогие ребята, дорогие старшеклассники, в стенах нашей 619-й школы. Я ожидаю сплочения. Это очень интересно, когда люди собираются с разных районов и принимают какое-то участие и делают что-то вместе. Мы все участники форума «Будущее в настоящем», а значит, что в зале сидят амбициозные, перспективные люди, которые не готовы инертно смотреть на мир. Мы здесь, чтобы получить опыт, эмоции и знания. Конечно же, чтобы развиваться и узнать что-то новое об образовании. Мы сразу вот с ребятами, хотя не были знакомы, сразу как бы подружились и нашли общий язык. Очень понравилось, он помогает развить точку зрения, мышление. Конечно, ты общаешься с абсолютно другими людьми. Я тут, чтобы достойно представить свою школу. И укрепить наши с вами отношения, правильно? Естественно. Не только с вами. Больше всего мне понравилась лаборатория, потому что мы обсуждали, у нас была какая-то групповая была работа, и поэтому было очень интересно узнавать что-то новое и узнавать мнение других людей. Все ли получили письма? Мы объявляем открытие арт-феста. Знаете, вот хорошие очень, вот четвертый мне понравился, они вот и шестой, они очень игровые, они вот вещь в себе, знаете, вот это движение, визуальная поэтика. Лауреат первой степени. Лицей номер 179, Санкт-Петербург. Мы с радостью вручаем дипломы
спикерам, которые сегодня приняли участие в нашем ученическом пленуме и очень ярко открыли его. Спасибо, дорогая. Очень рады и благодарны вам за эту прекрасную возможность в третий раз принять участие в этом невероятном событии.